Владивосток все чаще становится площадкой для фильмов российских, зарубежных и международных кинокомпаний. Благодаря этому о столице нашего региона знают далеко за его пределами. Дмитрий и Александра – связующее звено. Именно они привлекают масштабные проекты и помогают организовать съемки фильмов. Сейчас мы находимся на маяке Токаревском, и, в принципе, съемочные группы, когда приезжают на выбор на туры, Владивосток и Приморский край, мы начинаем именно с этого маяка знакомство режиссеров с местами Приморского края. Маяк – место силы и место, где показан характер Владивостока, отмечает Дмитрий. Поэтому, если режиссер, неважно российский или зарубежный, однажды попадет сюда, то обязательно здесь снимет кинематографичную сцену. Для меня лично это место тоже знаковое. Очень в 2008 году я впервые попал в кино на фильм «Сказка про Демоту» Николая Хамерики. И первый съемочный день для меня был именно на этом маяке. Вот, это такое значимое событие. Токаревский маяк еще можно увидеть в таких картинах, как «Замри, умри, воскресни» Виталия Каневского, «Родная душа» Дерека Цана. Стоит сказать, что обе киноленты были отмечены призами. Одна на Каннском кинофестивале, а вторая на так называемом «Азиатском Оскаре». Нельзя пройти мимо и нашумевшей картины Ольги Зуевой «На районе» с Данилой Козловским в главной роли. На этом месте была снята ключевая сцена – драка главного героя с мафиози. Мы загоняли сюда машины с водой, вот, имитировали молнию сварочным аппаратом, ветер мы имитировали такими специальными от парапланов двигателями. То есть это все создавалось вот ночью людьми, чтобы создать эту иллюзию шторма и тайфуна. Российские группы приезжают снимать Владивосток современный, с красивыми мостами, а иностранцы выбирают его для съемок Европы, так как он первый европейский город в Азии, и он очень близок к Корее, Китаю и Японии, а они основные кинодрузья. Портовый город для сценаристов равно криминал, поэтому рыбный порт Владивостока – еще одна популярная точка для съемок. Давно не брал я в руки шашек. Три раза подряд мы сталкивались с такой историей, что на одном и том же месте снимали одну и ту же историю, где там какая-то сходка мафии, да, и захват спецназа этой мафии. И когда мне в четвертый раз присылают сценарий, я читаю, что там типа рыбный порт, Владивосток, китайская мафия, захват мафии. Я уже пишу сценарист: ребят, может быть, вы что-то измените в сценарии? Ну, потому что уже так не может быть, в каждом фильме одно и то же. После каждой съемки масштабного проекта Дмитрий и Александра приносят трофей в свой маленький музей кино. Так они его называют. Это флаг Аргентины. Владивосток играет не только себя, но также другие европейские города. И в фильме Дарика Цана главная героиня плывет на пароме, именно на аргентинском пароме, который преодолевает лед. Привлечь съемочные группы на нашу территорию – главная задача кинокомиссии. Стоит отметить, что первая подобная структура появилась около 100 лет назад в Соединенных Штатах. В России государственную комиссию создали в 2016 году в Приморском крае. Для приезжих съемочных групп это кинокомиссия как мостик во властные структуры, скажем так. То есть кинокомиссия помогает получать разрешение, помогает искать места съемок, помогает набирать местный персонал, подбирать местное оборудование. И все это на безвозмездной основе. Более того, снимать в Приморье выгодно. Сейчас работает механизм ребейтов. Российским группам кинокомиссия может вернуть 15% от суммы, потраченной в регионе. С прошлого года уже на территории всей России действует федеральный ребейт, кэш-ребейт так называемый, и иностранным кинокомпаниям уже из российского бюджета могут возместить 30-40% от суммы, потраченной на территории страны. Кинокомиссия помогает и приморским режиссерам, предоставляет необходимое оборудование и специалистов, а также проводит разные события и мастер-классы для развития местной киносферы. Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.